На этой неделе Путин фактически устами Медведева озвучил свои новые аппетиты в Украине, желание опять дойти до Киева, захватить Одессу в очередной раз, и устами Медведева, и личным, да, своим присутствием в ядерном бомбардировщике напомнил о том, что Россия ядерное государство, в любой момент может нажать на эту красную кнопку. Вот, собственно говоря, насколько далеко может зайти Путин, насколько далеко ему могут позволить зайти. Вот если мы могли бы с вами отмотать все наши эфиры на 2 года назад, когда началась война, мы все находились в шоке и оценивали, что может быть, какие могут быть последствия. Я всегда говорил, что нам, к сожалению, придется пройти через многоэтапный ядерный шантаж. Я в этом был абсолютно уверен, потому что понимал, что по большому счету вся вот эта вот военная машина Путина, она держится только на страхе перед применением ядерного оружия. Давно бы иначе уничтожили, давно бы иначе, так сказать, там разгромили. И вся эта нерешительность Запада, и все эти сдержанные поставки вооружений в Украину, и все эти запреты там наносить удары по определенным точкам. Ну, вы знаете, что американцы считают недопустимым уничтожение Крымского моста пока на сегодняшний день. По крайней мере, нам говорили об этом люди, так сказать, связанные с политическим истеблишментом Америки. Ну, как бы есть такая вот, такое пожелание и просьба, что пока не трогать мост. Окончательно не перерубать его. Поэтому вот вся эта война, она странная война немного. Тут договоренность, тут газ идет, тут нефть идет. Она немножко странная. Это как раз объясняется тем, что вот наличие ядерного оружия, оно является сдерживающим фактором. До конца как бы люди не решаются. На вот как Черчилль сказал в 1939 году, что агрессор должен быть наказан, война должна быть выиграна, должна быть одержана справедливая победа. Вот нет сейчас Черчилля. Поэтому вот этот ядерный шантаж, он работает, к сожалению. Хотя трезвые оценки военных, трезвые оценки людей, разведок, которые работают внутри, они говорят о том, что нет ни психологической, ни моральной, ни, может быть, даже технической возможности серьезного применения ядерного оружия. Ну, оставим в стороне техническую возможность, возможно, она существует или нет, это, как говорится, проверяется на практике, но совершенно точно Путин не готов и не хочет умирать. А применение ядерного оружия будет означать его гибель. Это однозначно. И еще неизвестно, готовы ли будут умирать вместе с ним все его, так сказать, там, маршалы, генералы и так далее. Это тоже ведь для них принять решение о собственном самоуничтожении. Поэтому я думаю, что ядерное оружие, конечно, фактор, безусловно, ядерный шантаж, фактор войны, он будет присутствовать, он будет использоваться, он будет, значит, в какой-то определенной степени сдерживать Запад, вот мы видим сейчас эти колебания, но я думаю, что в конечном итоге они, все эти колебания и сдерживающие факторы будут преодолены, и будет принято решение одержать победу на поле боя, деоккупировать территории, дать необходимое количество оружия. Мы вчера там рассуждали, в том числе с военными специалистами. Да, там понятно, что мобилизационный ресурс Путина больше, там в 3-4 раза, но это не является решающим фактором в современной войне. А вот то, что не поставляет современное вооружение, ликвидирующий вот этот фактор, нивелирующий, обнуляющий этот фактор численного превосходства, это вот другой вопрос. Это уже вопрос к стратегии, которой, как мы видим, что стратегии-то нет в отношении России. Вот, вчера я был на последнем заседании Вильнюсского форума, форум свободы России. Как раз мы об этом говорили. И что вот нет выверенной, точной стратегии, нет плана. Отсюда вот и есть различные колебания, недоговоренности, недопоставки, недорешительность и так далее и тому подобное. Потому что нет четкого понимания и четкого плана, который должен быть выстроен не только на период войны, потому что победа над Путиным военной – это первый этап установления прочного мира. А второй этап – это депутинизация России. Как говорится, хотим мы этого, не хотим, без этого никакого не будет. Ни вот этого прочного, стабильного мира, ни безопасности, ни каких-то интеграционных процессов в Европе, они все будут приостановлены военной угрозой.
К вопросу депутинизации России еще перейдем. Я опять же хочу вернуться к тому, насколько далеко могут позволить зайти Путин, ну, в разрезе ситуации, которая сейчас складывается в Приднестровье. В своем свежем отчете Американский институт изучения войны говорит о том, что Путин остается смертельной угрозой как для НАТО, так и для Украины. Кремль месяцами создавал условия для проведения операций гибридной войны в странах Балтии, Финляндии. Сейчас проводит такие операции против Молдовы. Очевидно, что на следующей неделе таким новой точкой напряжения будет как раз Приднестровье. Скажите, пожалуйста, вот как вы видите, каковы сценарии развития событий? Будет ли пытаться Путин, используя этот регион, показать какие-то победы, которые он не может продемонстрировать на поле боя? Очевидно уже, что задание, которое ставит он оккупационным войскам, выйти на границы, админ границы Донецкой и Луганской области, они не будут достигнуты к началу так называемых президентских выборов. И вот тут в этой связи, смотрите, по вашему мнению, да, как карта Приднестровья будет разыгрываться? Да, я понимаю, вот тут действительно эти разговоры, они не на пустом месте, безусловно. И планы такие вынашиваются, там проблема какая? Гибридные какие-то операции, дестабилизация ситуации в Молдове очень даже легко и просто, потому что там есть присутствие российских войск, и вообще там есть российское присутствие, и денег, и агентуры, и так далее, и тому подобное, что хотите. Вопрос только в том, что широкомасштабная операция военной, для начала, вернее, и для проведения широкой, вот такой широкомасштабной военной операции, отсутствует логистика. И вы это знаете лучше меня. Потому что, с одной стороны, это Румыния, которая, конечно, не даст никаких пролетов, и, понятно, это, грубо говоря, с одной стороны, НАТО, а с другой стороны, Украина. Молдова находится вот между двух этих, для Путина, скажем так, огней, и пролететь сквозь эти два огня он не сможет. Потому что без десантной операции, без поставок туда боеприпасов, всей логистики армейской, какой положено там, военно-технической, инженерной, невозможно там сейчас, в данный момент, начать масштабные военные операции. Ну, потому что там у меня есть один знакомый товарищ, он с Молдавии, с Молдовой, он там работал в силовых структурах. Вот он на пальцах объясняет, что да, конечно, вот военные операции, дестабилизация, террористические выноски, напряженность и прочие какие-то локальные стычки, все это возможно. Но вот по оценке моего товарища, который там работал, служил, вот такая операция, она столкнется с огромными проблемами, трудностями. Поскольку если, допустим, Молдова опирается на поддержку Румынии, а на что опирается, предположим, Приднестровье, которое будет там каким-то образом мобилизовано Путиным, пока ни на что, там нет ресурсов, там нет боезапасов. Но они есть какие-то на первый этап, а потом подвести туда что-то невозможно. Путин, конечно, может гипотетически решиться на военно-десантную операцию, но опять чем проводить? Корабли Черноморского флота, десантные, в первую очередь, они там частично уничтожены, частично отведены далеко, потому что украинские ракеты, украинские средства противодействия военным кораблям достаточно эффективны, это мы видим. Идет уничтожение кораблей, постепенное перемалывание Черноморского флота, от которого там осталось уже меньше 2/3, там, наверное, половина осталась. А если мы берем боевую мощь, так она и того меньше. Я просто беру, если по числу там одну, а по боевой мощи, понятно, там упала она резко из-за уничтожения самых мощных боевых кораблей и десантных вот этих тоже транспортных средств, которые могут быть опасны. По воздуху перебрасывать тоже. Поэтому я думаю, что Путин, если бы мог развязать сейчас войну в Молдове, он бы это сделал. Но вот эти вот технические, технологические, природные, географические проблемы и сложности делать широкомасштабную войну пока, подчеркиваю, пока в Молдове невозможно. Почему там они так рвались к этому коридору, сделать этот коридор вплоть до Молдовы, там пройти вдоль моря, отрезать Украину от моря и дойти там до Молдовы. Вот как раз именно с этой целью, чтобы дальше можно уже было вот таким образом идти и завоевывать территории, покорять страны. Но этот план уже в прошлом далеко, и он не сможет никогда быть реализован.
Тем не менее, безусловно, дестабилизировать ситуацию в этой стране, в Молдове, Путин, к сожалению, пока еще может. А вписать Приднестровье в Конституцию может? Ну, он уже много чего вписал. Он вписал территории, которых уже нет. Он же вписал там Херсонскую, Запорожскую область, там половина территории, которую вписал, уже нет. На эту тему родилась шутка, я ее повторю. Да, там девушка, а у вас есть карта России? Я говорю, да, конечно, там киоски. Вам за какой день? Ну, вот, поэтому уж извините, вот такие шутки, они говорят о стабильности границ вот этих оккупированных территорий. И понятно, что там нет никакой у Путина уверенности, что эти территории вообще могут быть ему удержаны.